Добрый день, дорогие учащиеся 11 классов, будущие абитуриенты, студенты. Мы начинаем наш марафон. Сегодня у нас будет занятие по математике, занятие номер один. Вести марафон по математике буду я, Гафиятова Оксана Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогической психологии и педагогики. Преподаю различные дисциплины по математике и педагогике. И в том числе являюсь основным экспертом по ЕГЭ, по математике. Мы с вами в ближайшее время вас ждет экзамен по математике 10 июля, да, ЕГЭ. И мы с моей коллегой Мимозой Тимуразовной хотим помочь вам в этом, в подготовке к такому ответственному шагу в вашей жизни, и хотим максимум напомнить и подсказать, чтобы можно было где-то проще решить данные задания, ответить на соответствующие вопросы по русскому языку, чтобы вы благополучно сдали эти экзамены. Занятия будут проходить по графику. Я сейчас включу презентацию. Мы с вами ознакомимся с графиком наших занятий, что именно мы будем разбирать. И я, в свою очередь, хотела бы обратить внимание именно на те задания, которые вызывают сложность и в которых очень часто допускаются ошибки. Задания будем рассматривать по профильной математике, как первой, так и второй части. Несмотря на то, что в первой части мы должны только записать ответ. Но иногда делают множество ошибок, даже если мы помним, да, если запишем минус, не напишем минус, у нас будет уже ответ неверный. Вот хочу обратить ваше внимание на перечень тем, которые мы затронем, перечень тех заданий, которые мы с вами прорешаем. И сегодняшнее занятие я хочу уделить заданиям номер 3, 4 и 11 из элементов алгебры, частично с применением геометрии в третьем задании, да, формулы геометрии нужны нам будут, по первой части. То есть хотелось бы еще сказать, что все-таки способов решения достаточно немало в математике бывает для одного задания, да, мы можем решить множеством способов, но хочу обратить ваше внимание, что проще иногда решить одним из них. Поэтому ваша задача записать ответ. А как вы будете решать задание первой части, никому, в принципе, не интересно. Поэтому я хочу вас привлечь к тому, чтобы вы выбирали все-таки при решении более простые способы. Для задания номер 3 нам понадобится, конечно же, теоретическая часть. Это формула площади прямоугольника, площади круга, теорема Пифагора, формула площади треугольника, да, формула длины окружности, теорема пика. Тоже хочется познакомить вас с теоремой Пика, потому что иногда даются такие сложные фигуры, площади которых действительно сложно найти по нам известным формулам. И тут как раз-таки теорема Пика нас выручит в этом. Формула трапеция. Формула площади трапеции. И, конечно же, вот на чертеже хочу обратить ваше внимание, что вписанный угол, опирающийся на одну и ту же дугу с центральным, да, равен его половине. Ну, либо другими словами, то есть центральный угол в два раза больше вписанного угла, который опирается на ту же дугу, что и он. И давайте сразу по ходу задания мы, конечно же, будем применять формулы. И несколько заданий номер 3 давайте мы сейчас рассмотрим. На слайде как раз-таки представлены задания, и, в принципе, они всегда идут с рисунком, с чертежом. Ваша задача просто найти площадь той или иной фигуры. В первом задании мы видим, на чертеже представлен тупоугольный треугольник, и
конечно же, формула для нахождения площади треугольника мы будем применять именно ту, которая на слайде. То есть 1 вторая а на h. Ваша задача правильно определить основание и правильно посчитать клеточки, которые образуют высоту. Если мы обратим внимание, что у нас тупой угол находится наверху, да, именно к нему прилегает основание, которое мы можем посчитать, то есть оно равно 3. Вот если следить будете за курсором мышки, как раз-таки вы внимательно посчитайте, что здесь как раз 3 клеточки. Высоту будем проводить именно к этому основанию из вершины, да, противоположно, естественно, то мы понимаем, что если мы проводим высоту к тупому, к основанию, которое образует тупой угол, то, конечно же, высота у нас будет выходить за элемент треугольника. Поэтому в данном случае высота у нас выйдет за треугольник, и она тоже составит 3 клеточки. Поэтому после подстановки формулы мы получим, что площадь равна 4,5, и, конечно же, в ответ записываем 4,5. Хочу обратить ваше внимание, что если у вас в ответе вдруг получается бесконечная дробь, а в условии не сказано, да, что ответ округлить до соток, до десятых и так далее, да, не содержится такого условия, то значит вы что-то делаете не так. Обыкновенную дробь, конечно же, в бланк вы не занесете. Ваша задача привести ее именно к десятичной. Поэтому ответ у вас должен быть конечной десятичной дробью, либо целым числом. Следующее задание. Представлена у вас окружность, в данном случае часть, ну, круг, и часть круга у нас закрашена. И именно площадь закрашенной фигуры нам нужно найти. И, конечно же, у нас имеется такое условие, что в ответ нужно записать s, деленное на π. Да? То есть мы должны конкретно записать целое число, потому что понимаем, что площадь круга в любом случае будет содержать число π, и в ответ мы его никак не занесем. Что же нам нужно здесь сделать? Нам нужно лишь определить радиус, потому что именно он участвует в нахождении площади круга. По формуле площади круга π r в квадрате мы находим, что площадь всего круга равна 4π. Тогда площадь закрашенной части мы определяем часть круга. Это очевидно, да, что если мы поделим на 8 частей, то это будет составлять 3/8 части всего круга. Поэтому ваша задача 3/8 умножить на площадь круга, то есть на 4π, и, соответственно, в ответ записать уже после деления на число π 1,5. Но вот в данном случае все четко, виден четко радиус, да, который мы можем посчитать. Здесь задачи проблем нет. Перейдем к задаче номер 3. Секунду. И видим, что у нас на чертеже уже представлен четырехугольник. Координаты вершины, которые представлены координатами в условии задачи. Наша задача найти его площадь. Проблематично найти площадь параллелограмма, хотя мы видим, что это визуально параллелограмм, да, потому что противоположные стороны параллельны, и даже мы можем предположить, что они будут равны, даже посчитать, да, 10 минус 7, 3, и 4 минус 1, тоже 3. Раз противоположные стороны параллельны равны, это, конечно же, параллелограмм. Но, опять же, проблематично, возможно, да, находить площадь параллелограмма. Кто-то сразу это увидит. Действительно, здесь можно просто взять, опять же, основание и высоту, проведенную к этому основанию, да, и мы получим в ответе 9. То есть 10 минус 7 как раз 3, и высота, проведенная, опять же, вне параллелограмма, потому что у нас угол тупой,
получился, да? 5 минус 2 тоже получим высоту равно 3. Площадь параллелограмма находится как 3 умножить на 3 и будет равна 9. Есть еще один способ. Если вдруг сложно увидеть, да, основание параллелограмма и высоту, которой проведена, которому проведена, в этом случае мы можем использовать вычитание площадей двух фигур, то есть увидеть трапецию и убрать из нее треугольник. Площадь трапеции находится по формуле а плюс b деленное на 2 умноженное на h, то есть мы берем верхнее основание, складываем с нижним основанием и умножаем на высоту. Вот как раз-таки прямоугольная трапеция в нашем случае. Чтобы найти площадь параллелограмма именно нашего, да, заштрихованной фигуры, мы будем вычитать площадь треугольника. Вот как раз я курсором показываю, да? Прямоугольный треугольник у нас образуется с катетами, равными 3, 3 и 6. Поэтому получается площадь трапеции равна 18 минус площадь треугольника 9. И получаем в итоге такой же ответ 9. В любом случае можно было взять проще, да, взять основание параллелограмма, сторону основания 10 минус 7 равно 3, еще раз повторюсь, и высоту, которая проведена вне параллелограммы. То есть 5 минус 2 тоже 3. 3 умножить на 3 тоже 9. Дальше. В четвертом задании мы находим площадь трапеции, уже повторив в предыдущем задании формулу. Также взяв основание разностью 6 минус 4, получаем равно 2. Меньше основание, больше, соответственно, 10 минус 1, то есть 9. И считаем высоту. Также 7 минус 1, то есть 6. В результате после алгебраического действия получаем ответ 33. То есть не зацикливайтесь на координатах, а именно сразу старайтесь увидеть длину нужного вам элемента фигуры для того, чтобы посчитать площадь. Пятое задание иногда вызывает также затруднения у учащихся. В каком плане находить различные сложности. Хотя здесь, в принципе, ваша задача найти площадь заштрихованной фигуры, которая представляет собой вырезанный такой квадратик, да, двойной. То есть содержится большой квадрат, из него вырезается абсолютно маленький квадрат, да? И видно, что наша задача найти площадь оставшейся фигуры. Так наша задача применить просто теорему Пифагора два раза. В каком плане? То есть мы должны найти сторону квадрата большого, сторону квадрата маленького, найти площадь каждого квадрата и найти их разность. То есть как бы удалить площадь незакрашенного квадрата. Поэтому длина, естественно, теорема Пифагора мы применяем, используя прямоугольный треугольник. Вот он у нас, да? Если в большом будем рассматривать случай с большим квадратом, его сторона будет являться гипотенузой прямоугольного треугольника с катетами 6, 6. Поэтому по теореме Пифагора 6 в квадрате плюс 6 в квадрате – это квадрат гипотенузы, а как раз-таки площадь квадрата – это и есть квадрат стороны. И квадрат стороны, раз сторона является гипотенузой, мы оставляем эту сумму без извлечения корня. И, соответственно, сторона маленького квадрата будет равна также 2 в квадрате плюс 2 в квадрате. Не извлекаем корень, потому что также площадь квадрата будет равна его квадрату его стороны. В разности мы получаем ответ 64. Непосредственно который идет в бланк. Следующее задание не менее простое, даже очень простое, но почему-то тоже делают многократно ошибки. Самое главное в математике прочитать, ну и в любом другом предмете, да, прочитать внимательно задание. То есть авторы не просто так хотят вас запутать, чтобы вы допустили большее число ошибок.
потому что вы должны быть математически грамотны, подкованы, очень внимательны, да, логически мыслить. Поэтому в нашем случае мы с вами должны обязательно вникнуть в решение задания и то, что нужно определить. Вот в шестом задании как раз-таки требуется найти ординату точки P. Вспоминаем сразу, что значит ордината и что значит абсциссы точки. Да? Мы понимаем, что все значения, которые располагаются на оси X, это абсциссы. Все значения, которые располагаются на оси Y, это ординаты точки и, соответственно, первые и вторые координаты. В нашем случае точка P является точкой пересечения диагоналей параллелограмма. Опять же, да, как мы определяем, что это параллелограмм? Мы сравниваем длины сторон. Это достаточно легко сделать, взяв соответствующие. Вот если мы возьмем, допустим, вот эту сторону, да, по Y смотрим длину данной стороны, точнее ее ординат точки C, да, 6, ординату точки, из которой исходит вершина, в точке О, соответственно, 0,0, в начале координат. Поэтому 6 минус 0 будет 6. Также и здесь, если мы по Y посмотрим наши ординаты, 8 и 2, если мы найдем в разности, то длина также будет равна по Y, естественно, 6. 6 равно 6, тем самым мы понимаем, что противоположные стороны, они равны и параллельны. Тем самом, по правилу, да, параллелограммы, диагонали параллелограмма пересекаются, точка пересечения делится пополам, тем самым точка P является серединой отрезка CB. А значит, чтобы найти ординату именно, да, середины отрезка, мы должны сложить координаты соответствующие, то есть это 6 и 2 у этих точек, и разделить на 2. Либо мы могли взять точку O и А, и также взять 0 плюс 8 и разделить на 2. То есть точка P, она является еще и серединой отрезка ОА. Поэтому в любом случае ответ будет 4, который мы и должны будем внести в бланк. Следующее задание номер 7. Найдите абсциссу центра окружности, описанного около треугольника, вершина которого имеет координаты. Конечно, визуально мы должны уже определить, что это прямоугольный треугольник. Да, на чертеже образуют BC и AC прямой угол. Значит, его гипотенуза будет являться диаметром. То есть сразу мы должны вспомнить, что если мы описываем окружность, прямоугольный треугольник является вписанным, то его гипотенуза как раз-таки будет являться диаметром. Значит, наша задача найти абсциссу центра, получается середину гипотенузы. Да? Абсцисса в данном случае это значение x. Но опять же, если мы возьмем точку B с координатами 0, 6 и точку А с координатами 8, 0, абсциссы у точки B будет равна 0, у точки А будет равна 8. Тем самым середина отрезка данного, да, 0 плюс 8, деленное на 2, то есть 4. Задание 8. Найти площадь кольца между вписанной и описанной вокруг квадрата окружностями, если его сторона равна 3, деленное на корень из π. Но в данном случае обратить ваше внимание хочу на что? Что квадрат, сторона квадрата относительно вписанной окружности является диаметром, а диагональ квадрата является диаметром относительно описанной окружности. Лишь из этого свойства вы исходите. То есть наша задача найти площадь, соответственно, описанной окружности, площадь вписанной окружности и найти их разность. Тогда начнем с того, что будем находить площади соответствующих окружностей по формуле πr в квадрате. Тем самым диаметр вписанной окружности 3 деленное на корень из π, значит радиус это половина стороны квадрата. То есть как раз-таки 3 деленное на 2 корень из π.
по формуле мы возводим это в квадрат, умножаем на пи. Мы видим, что корень из пи в квадрате дает просто пи, тогда пи и пи у нас будут сокращены. 3 в квадрате 9, 2 в квадрате 4. Тем самым 9 делим на 4, получаем 2,25. Диагональ квадрата находится по теореме Пифагора. Опять же, мы рассматриваем две стороны квадрата, да, и его диагональ, тем самым прямоугольный треугольник. Поэтому после применения теоремы Пифагора мы получаем, что диагональ равна 3 умножить на корень из 2, деленное на корень из пи. А после того, как мы еще и разделим пополам, то есть еще в знаменателе будет присутствовать двойка. После возведения в квадрат и умножения на число пи мы получаем ответ 4,5. То есть большая окружность равна, площадь большего круга будет равна 4,5. Площадь вписанной окружности, вписанного круга в нашем случае, получается 2,25. В разности, естественно, мы из большего вычитаем меньше и получаем площадь непосредственно нашего кольца. В ответ записываем 2,25. Девятое задание. Изображена площадь, изображена фигура, довольно-таки интересная. Нам наша задача найти как раз-таки ее площадь. И вот здесь учащиеся очень часто возникают с такими трудностями, как это сделать. Да? То есть как таковой формулы нет. И вот здесь как раз теорема Пика нам очень даже в этом помогает. Формула представлена на экране в решении задания, то есть S равно V плюс G, деленное на 2, минус 1. Что такое V и G? На предыдущем слайде, где мы рассматривали теорию, прописано. Еще раз внимательно можете вернуться и просмотреть. Я бы хотела здесь еще раз озвучить, и мы с вами вместе бы это все посчитали и пришли к решению. То есть наша задача посчитать внутренние V, это внутренние точки, которые получаются при пересечении наших клеток, не лежащие на границе фигуры. А G – это количество граничных точек, опять же, проходящих через точки пересечения наших клеток, но лежащие именно на границе нашей фигуры, то есть вот на этих черных линиях. Поэтому если мы посчитаем все внутри, то есть вот раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, да, 17, 18 мы получим внутренние точки. И если мы будем считать граничные, 1, 2, именно в те точки, да, попадаем, где пересекаются клеточки, не в серединке клетки где-то, да, а именно в уголках. 3, 4, 5, 6 и так далее. Вот если вы пройдете по всему чертежу, вы получите 17 точек граничных. Тем самым просто остается подставить формулу и получить ответ 25,5. Десятое задание, которое также расположено ко множеству ошибок, допущенных, вот опять же, учащимися, да, почему-то сразу примерно начинают брать радиус и опять находить площадь фигуры. Это не очень правильно. Здесь непонятно, то ли 3,5, то ли 3,5, да, в клеточках. Ну, непонятно. Поэтому ваша задача найти радиус, используя тот отрезок, который является гипотенузой в треугольнике, в прямоугольном, с конкретными точными катетами. Вот я как раз курсором вам хочу выделить этот треугольничек. Катет равен 3 и 2. Соответственно, по теореме Пифагора радиус у нас будет равен чему? 3 в квадрате плюс 2 в квадрате. Под корнем, естественно, 13, да, в сумме получится. Поэтому радиус данного круга будет равен корень из 13, корень квадратный из 13. Ну и после того, как мы подставим формулу, получим, что площадь круга равна 13π.
В нашем случае мы видим, что опять же закрашены три части из восьмых, из восьми, поэтому мы с вами должны 3 восьмых умножить на нашу площадь найденную. Тем самым, используя еще условия, да, разделить еще ответ на π. То есть в ответ, безусловно, не должно идти число π. После алгебраических вычислений получаем ответ 4,875. Дальше. Что касается задания 4, также хочется обратить внимание на то, что эти задания по теории вероятности, на вычисление вероятности в основном, да, на применение, опять же, классического определения вероятности очень часто. Здесь нужно знать формулу комбинаторики, именно число сочетаний, так как часто используется даже в формуле Бернуля. Как найти вероятность противоположного события, что это есть единица минус вероятность исходного события. Да? Опять же, эта же формула используется в формуле Бернуля. И вот давайте рассмотрим несколько задач из этой серии. Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 50 выступлений по одному от каждой страны. В первый день 26 выступлений, остальные распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений определяется жребием, и нужно найти вероятность того, что в третий день конкурса будет выступать представитель из России. Ну, естественно, мы применяем классическое определение вероятности. Событие А у нас представляет выступление представителя России в третий день. Именно вероятность этого события мы будем с вами искать. Для начала посчитаем m и n. По классическому определению n – это количество всевозможных результатов данного события, то есть все, что может быть. Да, вот у нас в нашем случае это всего 50 выступлений. Вот как раз 50 выступлений будет равно число n. 50, да, n равно 50. Посчитаем число m, учитывая то, что в первый день 26 уже было выступлений, поэтому мы сразу должны их из 50 как бы отбросить. Соответственно, получаем 24. И далее распределяем оставшееся количество выступлений на 4 дня поровну, потому что здесь тоже содержится это условие. Тем самым 25 делим на 4, получаем 6. Значит, каждый день последующий, начиная со 2 по 5 включительно, 6 выступлений планируется, да? Тогда вероятность у нас получается, так как m равно 6, и это количество результатов, благоприятных нашему событию, 6/50, и тогда ответ 0,12. Обязательно учесть нужно то, что еще у вас 4 дня, и вот 24 разделить на оставшиеся 4 дня. Вот обязательно это условие не забудьте. Вторая задачка, опять же, на применение данной формулы. Участвуют 2 спортсмена из Австрии, 7 из Франции, 3 из Бельгии. Нас интересует спортсмен из Бельгии. И вот прописывается, что какой-то день он там будет, по какому-то, точнее, порядок выступления, да, в каком-то порядке будет выступать бельгиец. Нас интересует именно то, что выступает спортсмен из Бельгии. Мы берем бельгийцев, число равно 3, делим на общее количество спортсменов, то есть 2 плюс 7 плюс 3. Тем самым получаем 0,25. Третье задание. Имеется 9 стульев за круглым столом. В случайном порядке рассаживаются 7 мальчиков и 2 девочки. Наша задача – найти вероятность того, что девочки не будут сидеть рядом. Мы пойдем от обратного метода. Мы, наоборот, найдем вероятность изначально того, что девочки будут сидеть рядом. И целенаправленно уже посадим одну девочку, да, тогда у нас вторая может сесть либо слева, либо справа от нее. В таком случае вероятность того, что когда уже девочка одна села, у нас, во-первых, остается из 9 детей только 8, да, из которых только одна девочка, одна уже сидит. Поэтому вероятность того, что девочка будет
вторая девочка сядет либо слева, либо справа, будет равна 0,25. Потому что вероятность того, что сядет именно девочка 1/8, и того, что два места, да, у нее имеется в общей сложности 0,25. Тогда вероятность того, что у нас девочки не будут сидеть рядом, равна 1 - 0,25. В ответ записываем 0,75. Вот как раз-таки здесь применяется формула для вычисления вероятности противоположного события. Следующая задачка на нахождение вероятности события, опять же, да, какого именно, что у нас имеется автобус, который ходит ежедневно в деревню, и вероятность того, что в понедельник в автобусе окажется меньше 18 пассажиров, равна 0,82. Вероятность того, что окажется меньше 10 пассажиров, равна 0,51. Наша задача — найти вероятность того, что число пассажиров будет от 10 до 17. Можно решить, конечно, классическим методом, но я бы хотела вас познакомить с кругами Эйлера или диаграммой Эйлера-Венна, как угодно их можно называть. Круги Эйлера в сокращенном формате. Вот как раз-таки графически такие задачки довольно-таки легко решаются в одно действие. То есть важно понять, что у вас событие С включает, которое представляет собой, да, меньше 18 пассажиров, в нем же содержится событие А, которое вот синий кружочек, представляющий собой как раз-таки событие меньше 10 пассажиров. Ну, понятно, что меньше 10 содержится в событии меньше 18. Вероятность события С 0,82, вероятность события А 0,51. Тогда незакрашенная белая часть как раз-таки будет то событие, вероятность которого нам нужно найти. Вот эта часть будет, это пассажиры от 10 до 17. Все, что меньше 10 в синем кружочке, все, что от 10 до 17, это вот как раз белая оставшаяся часть. А как найти вероятность этой части, если у нас имеется общая вероятность, да, общего события С и вероятность события А? Конечно, только разностью 0,82 минус 0,51. В ответ записываем 0,31. Круги Эйлера достаточно легко применяются и сразу показывают простоту задачки, и не нужно больше не применять никакие формулы. Пятое задание на подбрасывание двух игральных костей, и нужно найти вероятность того, что в сумме у вас выпадет 10 очков. И вот, внимание, хочу обратить, что результат нужно округлить до сотых, потому что в общей сложности у вас получается бесконечная десятичная дробь. Каким образом? Вообще можно представить в форме таблицы решение, когда вы по диагонали, по вертикали отмечаете, по горизонтали отмечаете от 1 до 6 количество очков, это будет у вас первая игральная кость, а по вертикали отметить значение очков согласно второй игральной кости, тогда на пересечениях у вас будут получаться комбинации, которые вы можете легко посчитать, найти их сумму, да? Например, на первом кубики 1 очко, на втором кубике 1 очко, комбинация 1-1, то есть в сумме, естественно, 2 очка. Да? Всего таких возможных комбинаций у вас получается 36, то есть методом умножения 6 на 6 общее число результатов 36 нам дает. А вот уже из этих 36 ваша задача выбрать те комбинации, которые дают в сумме 10 очков. Это пары значений, да, 4 и 6, 5 и 5 и 6, 4, потому что это разные комбинации, мы обязательно их должны учитывать. 4 очка может выпасть на первой игральной кости, да, 6 на второй. И также другой случай, когда наоборот, это действительно другой случай, мы его учитываем. Всего получается 3 результата благоприятных нашему событию, то есть в сумме выпадает 10 очков, тогда вероятность будет равна 3 деленное на 36.
это 0,83 тысячных, округлив до сотых, получаем в ответ, записываем 0,08. Шестая задачка на платежные автоматы. В магазине стоят два платежных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 0,05, независимо от другого автомата. Найти вероятность того, что хотя бы один автомат исправен. В теории вероятности хочу тоже обратить ваше внимание, что есть условие такое, что мы можем союз «и» заменить умножением. Вот в нашем случае вероятность дается неисправности, и мы можем найти, когда у нас первый автомат неисправен и второй автомат неисправен, методом умножения. По теореме умножения, потому что два события, они действительно независимые. Один автомат работает независимо от другого и также ломается, да, то есть они независимы. Поэтому вероятность того, что неисправны оба, получается в произведении 0,25. Наша задача как раз-таки найти, что хотя бы один исправен. Поэтому из общей суммы вероятности, то есть из общего значения, это единица, мы должны отбросить именно то, когда оба автомата не работают. В результате получаем ответ 1 минус 0,25, да, и в ответ записываем 0,9975. Либо это также можно сделать с применением кругов Эйлера, довольно-таки тоже просто. В нашем случае седьмая задачка как раз-таки представлена на слайде. Тоже два платежных автомата. Вероятность того, что первый выйдет из строя, равна 0,5. А это вот круг А как раз-таки за это событие отвечает. Круг Б представляет собой событие, что ломается второй. Вероятность его поломки будет 0,4. Тогда то, что не работают оба, опять же, известна вероятность 0,2. Наша задача найти то, что хотя бы один из них нормально работает. То есть есть деньги, можно воспользоваться этим автоматом. Опять же, да, по условию того, что мы очевидно видим, что вот эта часть попадает в неисправность обоих автоматов, мы находим, вычитая из 0,5, 0,2, и находим, что 0,3 неисправность только первого автомата. Аналогично находим неисправность только второго автомата 0,2 разностью. Тогда смотрите, 0,3 плюс 0,2 и снова 0,2 в сумме 0,7. Это вероятность того, что оба автомата не работают. Тогда, чтобы найти вероятность того, что хотя бы один может нам выдать деньги, мы находим, используя формулу противоположного события, вероятности противоположного события, 1 минус 0,7. Тем самым получаем в ответ 0,3. То есть круги Эйлера довольно-таки легко все решение нам демонстрируют и наглядно. Задание 11 является текстовой задачкой, требующей построения модели. И хочется сказать, что, конечно же, мы можем составить уравнение, да, и решить, зная, как решается уравнение. Но иногда это можно довольно-таки сделать легко методом подбора. Вот какую вариативность я бы хотела вам продемонстрировать данных заданий. Вот если у нас дается, предположим, задание 1, велосипедист выехал с постоянной скоростью из города А в город Б, мы понимаем, что это задача на движение. Конечно же, мы должны знать формулу нахождения расстояния, это скорость, умноженная на время, да? Ну и, соответственно, чтобы найти скорость, мы должны расстояние поделить на время, либо найти, чтобы время, а расстояние поделить на скорость. Тем самым в данной задаче лучше
обозначать всегда за переменную, безусловно, мы будем вводить переменную, обозначать за переменную то значение, которое нужно найти. Вот в нашем случае найти скорость велосипедиста на пути из Б в А, то есть на обратном пути, да? Вот как раз-таки можно было ее обозначить за х. Тогда скорость того, что он отправляется в пункт А со скоростью на 9 больше, да, тогда у нас получается обратный путь уже с увеличением. Но если мы обозначили большую скорость за х, тогда мы должны были уже записать х минус 9. Да? В данном случае я взяла меньшее за х. Проще брать всегда то, что требуется найти. Почему? Потому что вы доходите до значения х и сразу х пишете в ответ. А учитывая то, что еще нужно увеличить, да, на соответствующее число, то есть вот взять х плюс 9, а не просто х, вы как раз-таки ошибаетесь. Вот этот случай я вам представила, обычное ваше решение, и что вы записываете в ответ. Вот получаете, да? Ну, во-первых, разбираем, почему у нас такое уравнение. Всего расстояние равно 112 километрам. Чтобы найти время, мы, естественно, расстояние разделим на скорость. И время, потраченное из А в Б, получается у нас больше, да? Точнее, равно тому же, что он потратил обратно, сделав еще остановку на 9 часов. Поэтому 9 часов у нас уравнивает данное уравнение. Но опять же мы расстояние делим на скорость x плюс 9. И решая данное уравнение, приводя к общему знаменателю, да, упрощая числитель, говорим о том, что когда у нас дробь равна нулю, когда только числитель равен нулю, знаменатель не может быть равен нулю. Да, решая квадратное уравнение, получаем результаты минус 16,7. Очевидно, что отрицательное значение не принадлежит области допустимых значений, не может быть скорость быть отрицательной. Смело можете вот как раз-таки ошибочно записать в ответ x равен 7, не вчитываясь в условиях задачи. У вас задание требуется скорость найти из B в A, то есть когда он ехал быстрее, да? Поэтому 7 плюс 9 нужно сделать и в результате записать число 16. Вот хочется обратить еще внимание, да, на то, что можно решать таким методом, но проще сделать методом подбора. Каким образом? Взять 112, разложить на простые множители, вот как раз-таки представила решение. У вас получается, смотрите, 4 двойки и 17, и 7. При умножении получаем 16,7, то есть пара чисел 16,7 дают как раз вариативность. И вот вы в ответ как раз записываете больше из данных, потому что ваша задача найти скорость на обратном пути. Следующее задание, вот как раз-таки мы берем то, что нужно найти за х, скорость лодки в неподвижной воде. С задачей вы как раз ознакомитесь. Весь путь 55 километров. Известна скорость течения реки. Мы понимаем, что скорость лодки в неподвижной воде х, собственно, непосредственно, да, когда лодка плывет по течению, мы добавляем скорость течения реки. Когда лодка плывет против течения, мы забираем. Да? То есть уже сопротивление идет, скорость будет уменьшаться. Поэтому, учитывая пройденное расстояние и то, что на обратный путь затратила лодка на 6 часов меньше, мы составляем уравнение. То есть из большего времени мы вычитаем меньшее время и получаем число 6. Против течения, естественно, плыть будет дольше лодка, поэтому из этого количества времени мы вычитаем то, которое она плыла по течению. И вот в данном случае представлено решение, да, стандартное уравнение, но как можно еще проще решить? Посмотрите, 55, простые множители, если мы используем, это 5 и 11. Конечно же, из 11 мы вычтем 5 и получим 6, то есть в данном случае либо 5, либо 11, но мы понимаем, что если мы возьмем 5
да, это будет 5 минус 3, 2. 2 не может быть скоростью лодки меньше, чем течение реки. Поэтому 5 плюс 3 – это 8, и в ответ как раз-таки записываем 8. Метод подбора. 11 в данном случае не сработает, потому что мы получим дробное значение. Поэтому подставляем вместо x число 5. Ну и, соответственно, x 5 подставим, 5 плюс 3. Общий ответ получаем 8, именно скорость лодки в неподвижной воде. Следующая задачка очень похожа на предыдущие, она тоже на движение, двигается теплоход от пристани А к пристани Б. Аналогично составляется уравнение, и вот здесь как раз хочу обратить внимание, что по сравнению с первой задачей здесь введена переменная и обозначено за нее именно то, что требуется найти. То есть скорость второго теплохода обозначена за х, и когда вы получаете после решения значение х, смело можете его записывать в ответ. Поэтому хочется вам посоветовать, да, и там, посоветовать то, что лучше брать за переменную, то, что нужно найти. Ну, аналогично, да, понимаем, что расстояние, деленное на время, опять же, скорость первого, так как больше, соответственно, меньше, соответственно, время он потратит больше, да, на 4 часа. Тем самым получается, что как раз-таки первый плывет медленнее, чем второй, и за счет этого мы получаем вот такое уравнение. В ответ идет 13. Четвертое задание. На изготовление деталей работают два рабочих. Один делает 45 деталей и затрачивает на 4 часа меньше, чем второй делает... Второй рабочий на изготовление 63 таких же деталей, то есть то же самое время. Да? Хочется сказать, что, естественно, если первый рабочий затрачивает на 4 часа меньше, значит, он работает быстрее, соответственно, время у него будет меньше. Да? Значит, мы из большего времени, то есть 63 мы делим на х, это х, опять же, за х берем, что нужно найти, сколько деталей в час делает второй рабочий, как раз мы это обозначаем за х, и составляем соответствующее уравнение, после решения которого мы как раз находим значение х, отбрасывая отрицательное. То есть за второй рабочий делает 7 деталей в час. Пятое задание. Рабочие прокладывают тоннель длиной 500 метров, ежедневно увеличивая норму прокладки на одно и то же число метров. Известно, что за первый день рабочие проложили 3 метра тоннеля. Определить, сколько метров тоннеля проложили рабочие в последний день, если вся работа была выполнена за 10 дней. Вникая в саму задачу, мы приходим к тому, что все-таки необходимо использовать формулы арифметической прогрессии. Почему именно арифметической? Потому что в условии у вас говорится, ежедневно увеличивая норму на одно и то же число. Да, поэтому это арифметика, мы будем прибавлять соответствующее число, тем более одно и то же. Поэтому это чисто арифметическая прогрессия. Причем первый член ее равен 3, потому что сказано, что первый день рабочие проложили за первый день 3 метра. Поэтому, введя соответствующие переменные, да, А1 это будет первый член, А2 второй и так далее, наша задача узнать А10, потому что за 10 дней наша задача, сколько выложили всего, да, рабочие. Вот 10 член мы будем искать, используя формулу суммы n-х членов. Потому что сумма, мы знаем, что всего проложили 500 метров. То есть S10 членов, да, сумма первых 10 членов данной прогрессии – это 500 метров. Общая формула суммы n-х членов мы как раз-таки представим вот в скобочках. Вот она у вас здесь фигурирует. Вместо n мы подставляем 10, вместо а1 – 3,
вместо, ну, соответственно, АН, а десятый нам нужно найти вместо СН 500. Выражая из этого выражения а десятый, мы получаем, опять же, решая, да, используя арифметические действия, 97 метров. Можно изначально сразу подставить вот в эту формулу, то есть записать уравнение, и уже из уравнения искать неизвестный, да? 500 равно 3 плюс а десятое, деленное на 2, умноженное на 10. В любом случае, после преобразования вы получите 97. Ну и в ответ, соответственно, записываем 97 метров. Шестая задача. В сосуд, содержащий 8 литров 24% водного раствора некоторого вещества, добавили 4 литра воды. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора? Сразу обозначим концентрацию раствора за С и формулу запишем, что объем вещества мы делим на объем раствора и умножаем на 100%. Наша задача найти сколько процентов, поэтому сразу умножаем на 100%. Давайте найдем объем вещества, выражая 24%, мы с процентами не можем работать, да, выполнять арифметические действия, поэтому 24% это 24 сотых, и так как это содержится в 8 литрах, поэтому умножаем на 8. То есть общий объем вещества составляет 1,92 литра. После того, как мы добавили к 8 еще 4, естественно, мы получаем объем, да, увеличенный на 4, и который стал равен 12. Наша задача найти концентрацию раствора. Поэтому мы берем объем, который мы посчитали, 1,92, делим на 12, общее количество литража, и умножаем на 100%. После действий получаем ответ 16. Именно 16 мы пишем бланк. Следующая задача. По двум параллельным железнодорожным путям в одном направлении следуют пассажирские и товарные поезда, скорости которых равны, соответственно, 50 км в час и 40 км в час. Известна длина товарного поезда. Наша задача найти длину пассажирского, если время, за которое он прошел мимо товарного поезда, равно 6 минутам. Ответ даем в метрах. Но раз у нас поезда, во-первых, идут в одном направлении, значит, скорость сближения будет равна их разности их скоростей, то есть 50 минус 40, 10 км в час. Переводим, конечно же, сразу метр в секунду. В одном километре 1000 метров. Поэтому 10 километров 10 тысяч метров. В одном часу 3600 секунд. Поэтому наша скорость сближения равна 25 девятых метров в секунду. Тогда за 360 секунд один поезд проходит мимо другого, то есть преодолевает расстояние, равное сумме их длин. Поэтому мы должны 360 умножить на скорость метров в секунду. Так, получаем 1000 метров. Откуда у нас 360 секунд? Потому что в условии есть 6 минут. 6 минут – это и есть 360 секунд. 1000 метров – это получается сумма длин, да, двух поездов. Тем самым, если мы знаем длину товарного поезда 800 метров, длина пассажирского будет составлять 200 метров. В ответ идет 200 метров. Ну и последнее задание, которое я хотела бы сегодня рассмотреть. Задача на доход, так скажем, да, бизнесмена Бубликова, который получил в 2016 году прибыль в размере 5000, и каждый следующий год его прибыль увеличивалась на 300% по сравнению с предыдущим. Наша задача узнать, сколько рублей получил Бубликов за 2019 год. Раз увеличивалось, получается, на 300%, так,
Тут мы уже, естественно, не сможем обойтись без геометрической прогрессии, потому что уже каждый год, да, мы вынуждены умножать на соответствующее число q, то есть на множитель. Ищем четвертый член геометрической прогрессии, раз у нас говорится, что каждый последующий год 2016, 17, 18, 19, поэтому в 4 раза. Ищем четвертый член геометрической прогрессии b4. b4 равное по формуле, опять же, да, b1 умноженное на q в третьей степени, потому что 4 минус 1 равно 3. За 2019 год. И в итоге, после подставновки, вместо B1 5000, Q получается, мы посчитали, во сколько раз, да, в 4, и возводим в третью степень, получаем 64 умноженное на 5000, это 320 тысяч рублей. В ответе записываем 320 тысяч рублей, получил Бубликов в 2019 году. Вот такие задания я хотела бы сегодня, вот как раз-таки мной были рассмотрены, хотела до вас донести. Надеюсь, что в них вы уже не будете допускать ошибки, и наши занятия будут плодотворными, очень помогут вам при решении ЕГЭ, как по русскому, так и по математике с моей коллегой. Если какие-то у вас возникли вопросы, просьбы, то есть, допустим, объяснить еще раз какое-либо задание, или у вас есть свои конкретные задания, вы можете оставлять комментарии, вопросы под этим видео, либо обратиться ко мне по электронной почте, ВКонтакте, в Инстаграм и задать свои интересующие вопросы непосредственно по этим каналам. Я желаю вам всего доброго, удачи при решении математических задач. Всего вам хорошего. Спасибо за внимание.